Если человек подвергся сексуальному насилию, и между ним и преступником был создан канал на кармическом уровне, имеет ли право жертва устранить такого насильника, чтобы избавиться от канала? Устранением насильника от канала Ваня не избавится. Создается не канал на тонком плане во время такого страшного преступления, а насильник разрушает тонкополевые системы жертвы. Вы почему о нем помните? Потому что тонкополевые системы разрушены, они должны быть восстановлены. Чем мы восстанавливаем тонкополевые системы? Раздельное питание, физнагрузка. Сильно раздельное питание, сильно физнагрузка в этом случае. Плюс также нужно искать людей. Вот про себя могу сказать, что могу починить эти системы. Григорий может починить эти системы. Искать людей нам подобных или приходить к нам на консультации, чтобы можно было эти системы починить. А что касается насильника, вы же понимаете, что кто проявил насилие по отношению к другим, тот сам получит в следующей жизни это насилие по отношению к себе или в этой жизни уже получит. Я вам случай один, может быть, не очень приятный расскажу. Была шведская певица, красивая шведская девушка с белоснежными волосами. И вот в Швецию приехали негры, арабы, турки. И вот девушка, вместо того, чтобы петь красивые песни про свою страну, она стала петь песни «Давай, можно с негром в любых позах, где угодно, и с арабом тоже можно, и с турком тоже можно, и давайте все это с ними делать, все шведские девчонки, прыгайте быстрее на этих мужчин, и давайте делать с ними детей, а можно и без детей, просто так этим заняться для удовольствия». И в клипе она прыгала на негре. Очень известный клип, такой под рэп немножко молодежный, его посмотрело большое количество людей, прыгала на негры, показывая, как она будет это с негром делать. Ну, в платье, естественно, потому что это все-таки клип на телевидении. Чем все закончилось? Вы понимаете, да, что расы смешивать нельзя. То есть славяне со славянами, негры с неграми, турки с турками. Смешение рас – это эффект телегонии. Вы получите за это карму. Что страшного в смешении рас? Если вы с негром, или с турком, или с арабом, или еще с кем-то, у вас получается, если ваш потенциал выше, то турок, негр или араб разовьется, а ваш потенциал упадет. Такой закон. Это эффект телегонии. То есть ваш потенциал станет меньше, его потенциал станет больше. Но в чем тут секрет? Результата-то все равно не будет. То есть вы не разовьетесь до того потенциала, задачу, перед которым вы на себя брали, когда пришли в это воплощение. А турок не получит свое турецкое развитие. И еще страшно, что в процессе этих браков получаются дети, которых, знаете, такое выражение, может быть, я не буду его говорить, потому что я матом не ругаюсь, но я однажды его слышала. Не пришей чего-то там, не пристегни. То есть этих детей некуда деть. Это, так скажем, своеобразные мутанты, которые не были в программе у Бога, и для них нет места. То есть они и не славяне, и не негры, например, если девушка славянская с негром. Я не говорю, что эта девушка плохая, ее надо клеймить, там, закидать камнями. Мы такими зверствами не занимаемся. Это полное, это еще хуже, чем вы с негром. Но нужно понимать, что случилось страшное. И это страшное теперь нужно исправлять. То есть нужно починить ее тонкополевые системы заново при условии, что она разорвет связь с существом, которое не предназначено для смешивания с другими родами. То есть это никакого отношения не имеет ни к чистоте расы. Сейчас многие начнут кричать в комментариях: вы там нацисты, садисты, там еще кто-нибудь. Сразу предупреждаю, все такие пойдут сразу в бан, причем в пожизненный бан, потому что выражать свое мнение можно под нашими материалами только в доброжелательном или нейтральном ключе. Даже если оно у вас отличается. То есть прежде всего нужно успокоиться и доброжелательно или нейтрально общаться. Все остальные – пожизненный бан. То есть детей некуда деть. Они энергетически не могут пристегнуться ни к каким платформам, ни к славянской, ни к негритянской. Так вот про эту девушку. Допрыгалась она на этом негре и пошла в скором времени на дискотеку. Швеция – свободная страна, хожу где хочу. И негры смотрели ее клип, как она показывала, как она с этим негром там будет это дело делать. Дело закончилось тем, что она вышла с дискотеки, к ней пристал негр, она ему отказала, она же свободная шведская женщина, она же может выбирать негров, каких захочет. Он пошел за ней, дошел до
леска какого-то там в Швеции и вообще в Скандинавии много леса рядом с домами, то есть природа хорошая, они правильно строят дома. Завалил ее там, сначала забил насмерть камнями, а потом изнасиловал. И сначала изнасиловал, потом забил насмерть камнями. Ее нашли по весне, дело, по-моему, было зимой, не буду точно утверждать, но ее нашли по весне, когда снег сошел. И прямо в такой позе, как он ее изнасиловал и забил насмерть камнями, ее фотографировали, фотографии все ее там опубликовали, расследование было. Вот чем заканчивается пропаганда в большом масштабе, она же певица. То есть она не просто рассказывала, как нужно это делать с неграми на своей кухне кому-то там. Она осветила этот вопрос на всю многомиллионную Швецию, и куча людей кинулась, молодых, с неграми, с арабами, там, с кошками, с собаками. Это же недалеко, в принципе. Я не говорю, что негры и арабы – это люди какого-то другого сорта. Я говорю о том, что если вы начинаете ломать тонкополевые структуры нации, то, в принципе, до кошек и собак недалеко. И благодаря вот этому масштабу девушку настигла карма, ее изнасиловала, убил тот, с кем она пропагандировала это делать в клипе. Так что, друзья, по поводу насильника, Григорий, если человек подвергся сексуальному насилию, и между ними и преступником был создан канал, канал не создавался, просто преступник разрушил тонкополевые системы жертвы. На кармическом уровне имеет ли право жертва устранить такого насильника, чтобы избавиться от канала? Жертва имеет право избавиться от насильников, наверное, по славянским арестским законам, в момент, когда насильник на нее нападает. Если она в течение самозащиты от него устранилась, это считается нормально. После уже нельзя, после его как бы нужно судить. И обычно, например, славяноарев очень были жесткие к этому меры, то есть это не сгоняли, в общем-то, это человек погибал. Человек, который мог заниматься насилием, то есть он для общества уже бессмысленен, то есть от него больше опасности, чем пользы. Канал определенной связи существует, если это не говорить про магию, потому что в магии, в черной тантре можно эту связь установить и человек обсасывать. То есть канал все-таки, насколько я знаю, существует. Канал поддерживается больше за счет физиологии. И когда человек убивает, конечно, канальчик он разрывается. Но последствия изнасилования убрать этим нельзя. Это сделать сложно. То есть, что называется, убрать последствия изнасилования, это можно. То есть на энергетическом плане есть такие практики специальные. Обычно этим занимаются маги, некоторые экстрасенсы умеют. Это непросто, потому что обычно насильник оставляет не только свою грязь на человеке, да, но и программный код определенный. Что касается этой певицы, то вот шведской, что Лена рассказала, то я думаю, что ей заплатили. Ну, обычно агенты влияния Соединенных Штатов или те, кто за ними стоят, они обычно платят исполнителям, чтобы они такие песни пели. То есть это такие певицы, певицы, которые так вот исполняют, они сами эти песни не пишут. Они пишут люди по заказу, да, а тому, что писать, уже, соответственно, кто-то оплачивает. Тот оплачивает, но обычно это идет от Госдепа, то есть они специально по всему миру это раскручивают. То есть внутри США, например, если не ошибаюсь, в 2017 году было потрачено что-то около 100 миллионов долларов, чтобы пропагандировать среди школьников, чтобы не было подросткового, скажем так, секса до определенного возраста, чтобы вот сохранить свою нацию. Зато по всему миру они, наоборот, рекламируют все виды разврата. Что касается смешения, скажем так, разных народов, то вы понимаете, что, например, как вот лось никогда не будет сношаться с обезьяной. Да? То есть ни для кого это не вызовет удивления или негодования. Но когда почему-то там негр, например, с представителем славянарьев, пытается что-то сделать, да, кто-то там возмущается. Поэтому это возмущение, оно ложное. То есть это хитрым способом привить человеку неестественные ценности. Что касается на уровне энергетики, да, то есть в каждом человеке, когда не хватает осознанности, когда он не понимает, кто он, да, то есть чем он обладает, он может идти в какие-то крайние формы, да, то есть, вот, я сказал, там, с кошками, собаками. Эти формы, которые будут его разрушать. Более всего опасно, что в человеке есть дух, и когда представитель расы славянин или арий, там, дарий, харис, неважно кто,
пытается вступать в отношения с представителем другого народа, вот он свой дух умаляет, да, то есть он блокирует возможности преображения и развития. Среди других народов есть сильно развитые люди, то есть их единицы на самом деле, то есть если отношения произошли с представителем, ну, там, типа, как фантазирую, с Конфуцием, да, то есть это еще как, это вот на грани дозволенности. Со всеми остальными это достаточно опасно. Что касается полукровок, то есть на самом деле все представители разных народов, они втихаря этим занимаются, они свою генетику улучшают. Это есть и у китайцев, это есть и у японцев. Если вы знаете, что японцы, когда выиграли Кусиму, как называлось, забыл правильно, Кусиму, по-моему, битву большую, они захватили русское судно, да, и 2000 русских моряков. А моряки в то время, в частности, были высокие, крепкие, скажем, у них была хорошая генетика, они вот жили с японскими женщинами, это была программа японского правительства, чтобы улучшить свою генетику, после чего в Японии появились больше красивых людей и более высоких. То есть славянской генетики там, в японцах сейчас приличное количество славянской генетики, во всяком случае, в определенной большой группе японцев. Этим же ним и занимались некоторые другие народы, у которых есть своя национальная программа. Вот у меня мой знакомый приехал в Финляндию, когда был ребенком. Он говорит, что в Финляндии там, 20 лет назад красивых женщин не было практически. Они появились после того, как стало много русских приезжать. То есть даже в Финляндии, страна, которая нами, вот, пограничная страна, где живут люди как бы внешне такие же, даже там с генетикой проблемы были. Вот, что вы понимаете, что у китайцев они как нация в многом вырождаются. То, как они едят, где они живут. То есть у нас как бы вырождение идет, а у них еще больше. От этого как-то надо защититься, да. То есть улучшить свою генетику. Есть естественные способы улучшения генетики, природные. То есть духовно-нравственные и природные. Но про это забывается. То есть и то же самое, например, у японцев. Я думаю, что такие программы были большего количества стран. Не все это осознают. Снять с человека последствия телегонии, будь то при изнасиловании, будь то при добровольном. Можно, достаточно сложная процедура, вот, что касается того, что ее убрать. То есть я полностью убрать ее не смогу. Хотя повлиять на этот процесс могу и почистить в известной степени. Ну вот. Я думаю, что Елена Анатольевна, я думаю, что это, снять это сможет. Не забывайте, что изнасилование подобно, это всегда следствие той программы, которую человек сам себе создает. То есть никогда человека случайно не насилуют. То есть когда что-то в человеке происходит не так, определенные вещи. Обычно это презрение к окружающему миру и подобные вещи. Раньше славяне жили по конам, и там были достаточно очень жесткие правила. Пока люди придерживались этих жестких правил, жили достаточно хорошо. Вот от правил этих отошли, в том числе от законов Рита. Вот и появились подобные случаи. Еще раз хочу вам сказать, когда вы видите по телевизору, когда представитель белой расы с кем-то там призывает, либо это делает явно, то это его купили. То есть человек продался. Обычно продается за деньги. За деньги, за славу. То есть этот человек, он уже больше не может быть, вот у многих людей есть кумиры, на которых ориентируются. Кумиров чему-то учатся. Человек начинает это делать, то он не может быть вашим кумиром. Если будете на него проецироваться, да, то будет проецироваться на него та энергия, которую он проецирует на вас. Если его купили, да, то есть это продажная проститутка на сцене. Да. То есть проститутка на сцене, она ничего хорошего в вашу жизнь не принесет. Поэтому ваше внимание не должно их касаться. То есть выбирайте себе другого кумира и учитесь у других людей. На уровне магии есть такое понятие, как копирование программ. Вот, и вы должны копировать программу у кого-то, кто у вас выше, кто у вас лучше. Не как представители других народов, из них есть лучшие, ну, там, не знаю, учителя какие-то, да. То есть, ну, у учителей у них и так, и у них программа рассчитана на свой народ. Поэтому учиться можно у своих учителей. Отдельные образы можно дать. И это только существует на уровне образов, а не на уровне физиологической связи. Благодарю, Григорий. Когда я говорила о том, что канал не создается, я имела в виду, что
во время насилия канал уже создан. То есть нельзя так, вы такая белая, веселая, красивая бабочка, и тут прибегает насильник, и в этот момент у вас создается канал. Нет. То есть уже все создано до того, как насилие произошло. Спрашивает именно, если человек подвергся насилию, между ними и преступником был создан канал. Канал создан, как правильно сказал Григорий, уже до того. Поэтому я и сказала, что канал не создается в этот момент. То есть канал создается задолго до того.